Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программы «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги, журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Вектор движения задают те, кому не все равно, те, кто выходит из зоны комфорта. В Бресте прошло расширенное заседание городского исполнительного комитета. Задачи на год 2023 поставил губернатор области Юрий Шулейко. Медицинские работники Брещины научились работать, совмещая плановую медицинскую помощь и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. В 2022 году в области было восстановлено нормальное функционирование системы здравоохранения на фоне уходящей пандемии. Тезисы озвучены на итоговой коллегии Управления по здравоохранению Брестского облсполкома. Армия Беларуси перевооружается. Более 40 единиц военной и специальной техники получила 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Как в регионах взрастить настоящих спортсменов, будущих олимпийских чемпионов, чего не хватает спортивным школам? Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук посетил специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва Жабинковского района. В эфире программы «Итоги недели» мы начинаем. Строительство кардиохирургического корпуса Брестской областной клинической больницы и реконструкция лечебного корпуса детской больницы, проектирование и реновации моста в районе бульвара Шевченко, продолжение реконструкции Брестского технопарка, строительство детского сада. Все это проекты, которые предполагается реализовать в 2023 году. Но для того, чтобы успешно завершить все запланированное, необходима слаженная работа промышленного комплекса Бреста, ответственность за производство каждого руководителя. Начиная с небольшой организации, заканчивая предприятиями-гигантами. Об этом и не только шла речь на расширенном заседании Брестского городского исполнительного комитета, участие в котором принял губернатор области Юрий Шулейко. Повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций и инновационного развития – это главная цель руководителей регионов, предприятий страны в целом. В Бресте к этому вопросу подходят ответственно. Неудивительно, в областном центре сконцентрированы основные промышленные производства, которые формируют валовой региональный продукт. К сожалению, это подчеркнул в своем выступлении мэр Бреста Александр Рогачук, не все в 2022-м удалось выполнить, а потому следует в текущем году пересмотреть подходы, найти новые формы работы, чтобы утраченные позиции вернуть. Мы сегодня должны обсудить пути, которые нам позволяют определить резервы для выхода на более эффективную работу и обеспечить заданные параметры. Ситуация, сложившаяся в начале 2022 года, внесла кардинальные изменения в условия хозяйственной деятельности всех сфер. Это и пересмотр логистических связей, и замена сырьевых позиций. Но мы должны понимать, что Брест, как и другие регионы области, да и страны в целом, сегодня работают в таких же условиях и сложившейся системе координат. Поэтому оценивать ситуацию и вырабатывать пути решения поставленных задач необходимо не в оправдательном плане, а в сравнительном аспекте с другими регионами и субъектами хозяйства. Уходящий год был стрессовым для всей экономики Беларуси. Планируя 22-й, никто не думал о жесткой санкционной политике, которую Запад вел против нашего государства. Она затронула все сферы жизнедеятельности. Пришлось перестраивать товарные потоки и переориентировать экспорт, искать новые логистические цепочки и замену сырьевых позиций. Получилось у тех, кто изначально был реформатором. Именно благодаря им год стал не таким драматичным, как мог оказаться. Это наши флагманы. Савушкин продукт, Брестский мясокомбинат, Санта Бремор, Брестэнерго. Они сохранили финансовую устойчивость своих предприятий, сохранили рабочие места и заработную плату. Но здесь есть нюансы, о которых говорил и губернатор региона, и мэр города. Абсолютно очевидно, что благодаря успешной работе наших флагманов, прежде всего, Савушкин продукт, наш Брестский мясокомбинат, в целом ситуация в экономике города Бреста достаточно устойчива. Но здесь важно понимать, что на Савушкин продукт работает, по сути дела, вся наша Брестская область.
и позиционировать эти предприятия, равно как и мясокомбинат, как сугубо городские, наверное, не совсем корректно, хотя юридически они находятся в городе. Губернаторам была поставлена задача обратить особое внимание на предприятия, которые имеют, возможно, меньший удельный вес в экономике, такие как Брестмаш, чулочный комбинат, наверное, комбинат строительных материалов, наш электромеханический завод, которые не совсем удачно закончили год в силу различных причин, в том числе, вероятно, недостаточного контроля со стороны городской власти в том числе. Поэтому будем продолжать работу в этом направлении, в направлении предприятий с численностью меньшим количеством людей, но с высокой отдачей в 2023 году. Из 9 доведенных прогнозных показателей Брест выполнил только 4. По темпам роста заработной платы и экспорта товаров, росту доходов в бюджет и вводу жилья. Очень важные позиции, но есть куда расти. Опираясь лишь на флагманы промышленности, добиться поставленных целей невозможно. А потому жестко спрашивали на заседании с руководителей тех предприятий, которые не дают хороших результатов, хотя предпосылки для этого есть. Обещания сегодня в расчет уже не берутся. Есть срок выполнения. Здесь важно использовать идеальную формулу. Цель плюс дисциплина равно результат. Первая задача, которую мы будем выполнять, это точечная работа с теми субъектами хозяйствования, которые по итогам 2023 года не видят перспектив, как бы выйти хотя бы на 100% результат по прошлому году. То есть, к сожалению, в силу разных причин, возможно, и объективных для некоторых причин, есть предприятия, которые прогнозируют дальнейший спад объемных показателей производства. Это недопустимо. Есть четкие установки главы нашего государства, руководства области, что только движение вперед, только поиск новых рынков, только поиск новых источников сырьевых компонентов позволит двигаться нашим предприятиям вперед. Это касается и наших швейников, это касается и наших мебельщиков, у них достаточно тяжелый период. Это касается и предприятий машиностроительной отрасли, о которых я уже тоже говорил. Кстати, о дисциплине и порядке говорил Юрий Шилейко, обращаясь к собравшимся. В данном вопросе нужно использовать политику НЭП, не новую экономическую, а политику наведения элементарного порядка. На земле твоего предприятия или организации, или рядом находящихся объектов. Об этом элементарном порядке говорится уже не один раз, но почему-то не всем заходит. И самое страшное в этом не то, что не получается, а то, что просто не хотят пробовать. Но, как в народе говорят, не хочешь – заставим. Для того, чтобы эффективно работать, надо работать в хороших, комфортных условиях. Не бывает успешного предприятия, где не соблюдаются элементарные нормы комфорта для людей, которые создают вот эту добавленную стоимость. Поэтому особый акцент губернатор сделал на условия, на комфортные условия для работников предприятий всех форм собственности. На соблюдение этими же предприятиями каких-то основополагающих санитарных норм в плане поддержания чистоты на территории производственных площадок и цехов. Это тоже направление деятельности, которое будет реализовано в 2023 году. В своем выступлении перед членами исполкома, руководителями предприятий, губернатор области Юрий Шулейко говорил о многом, в частности, об инвестициях. В 2022 организациями города привлечено 720 миллионов рублей в основной капитал. В Бресте было реализовано 55 инвестпроектов, 25 из которых инфраструктурные, 30 коммерческие. В этом году сумма инвестиций, которая придет в Брест, составит 1 100 миллионов рублей. Акцент на жилье и социальную сферу. За это заложили, начинаем строить наш хирургический корпус областной больницы. Это хорошие инвестиции на 3 года. Построим за 2,5, значит, построим за 2,5. Но это уже как бы и республика нам деньги дает, и наш бюджет по льготным кредитам в том числе. Немало сегодня делается соцобъект. У нас нет сегодня проблем с садиками. У нас нет сегодня
проблем со здравоохранением, что там, ну, если там полчаса где-то человек, так сказать, побудет в очереди, да. Это тоже страшно. Сегодня уже КТ поставили, 8 за 2 года 8 КТ поставили. Стоим здравоохранение, школы тоже самое. Сложно сегодня с автобусами, хочу сказать. Да, мы получим здесь 3-4 автобуса, но они уже сдвинулись на полгода. Это для оба автотранса и городского транса. Подвижной состав наш изложен на 70%, это объективно. И во всех областях, не только у нас. Высот. Я сегодня кинул клич где-то и помочь этому автопарку. Это тоже ничего страшного. Был затронут и еще ряд важных тем, которые, несомненно, касаются всех нас. Что касается Варшавского моста, чтобы понимали, вот эта электронная очередь, это переходит в систему того же сервиса. В ближайшие год-два там будет построен, модернизирован полноценный терминал для легкового автомобиля. И вот этих кустов от стен Брестской крепости, да, там и будем. Все станет на электронную площадку, установленную порядок. Так я говорю. Да. И если все хорошо, то в районе справа Козловичского моста за таможенным терминалом, там еще один родится, так сказать, терминал для электронной очереди. Это основные проблемные вопросы, которые особо были выделены руководителями области и города на расширенном заседании городского исполнительного комитета. Нужно работать, подчеркнул Александр Рогачук, не ради работы, а чтобы труд имел логическое завершение. Таковым является повышение благосостояния горожан, создание условий для повышения комфортности их проживания в родном городе. Год прошел, впереди новый год, новые задачи. И настолько впечатлены мы, наверное, вот той задачей, которую особенно поставили руководитель Александр Степанович и особенно в выступлении Юрия Витольевича. Это настолько грамотно, настолько последовательно, и особенно по дисциплине, по культуре производства. Наверное, от этого и объема, от этого и заработная плата, и стабильность коллектива. И поэтому я уверен, что этот год будет действительно таким определяющим по отношению к 2022 году, будет рост обязательно. Я увидел в словах руководителей города и области заинтересованность и переживание за состояние дел в городе и области. И это импонирует, потому что уверен, что большинство руководителей брестских предприятий точно так же относятся и к своему бизнесу, и к своему городу. Мы тоже хотим, чтобы город был краше, богаче, удобнее для жизни, чтобы в него с удовольствием приезжали, возвращались. Мы здесь живем, здесь живут наши дети, поэтому мы все вместе, как и руководство области, города, стараемся. Это наша страна, это наш город, поэтому мы на любой должности в ответе за эту землю. Ну, кто-то за свое предприятие, кто-то за свой станок, кто-то за свой ларек или участок поля сельского хозяйства. И еще нужно помнить, что вектор движения задают те, кому не все равно. Те, кто выходят из зоны комфорта. Год мира и созидания обязывает руководство городской вертикали, руководство города делать все возможное, чтобы брестчане чувствовали себя защищенными, чувствовали себя защищенными финансово, имея хорошую работу и высокооплачиваемую работу. И, естественно, брещане должны жить в комфортном городе, а поддержание комфорта в городе возможно только лишь при условии успешно работающей экономики. Наш городской бюджет практически это производная экономики всех городских предприятий. Поэтому хотим жить с хорошей набережной, с тротуарами, с дорогами, мы должны хорошо работать. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем подводить итоги работы ведомств и управлений в 2022 году.
На этой неделе отчет держало Управление по здравоохранению Брестского облсполкома. На заседании присутствовал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. Чиновник акцентировал, что все медицинские учреждения Брестщины прошли аккредитацию, что свидетельствует о высоком уровне оснащенности и квалификации медицинских работников. В этом плане Брестское здравоохранение остается одним из лидеров в стране. Но этот факт не предполагает почивания на лаврах. На коллегии была глубоко проанализирована работа всех учреждений здравоохранения. Выделены болевые точки, расставлены акценты и поставлены задачи. Что нужно еще для того, чтобы люди оставались здоровыми, в следующем материале выпуска. 22-й год мы научились работать, как оказывать и плановую помощь, также и пациентам с пандемией. Ввиду того, что ковид, он никуда не уйдет, он останется с нами, мы будем с ним жить. Но жизнь доказала еще раз, что с пандемией можно бороться только сообща и только вакцинацией. Понятно, когда мы добились вакцинации больше 70%, мы реально увидели результат. И 22-й год он еще раз подтвердил, что можно входить в обычную систему работы. Мы, уходя из ковида, обрели опыт, колоссальный опыт именно в борьбе с инфекцией, работать в каких-то экстремальных условиях и оказывать достойную медицинскую помощь. Но ковид от нас не ушел, и в приоритете остается бустерная вакцинация населения. Охват ею достиг 90%, а еще неоднократно подчеркивал в своем выступлении перед собравшимися руководитель здравоохранения региона Виктор Михайловский, последствия пандемии проявляются и достаточно серьезно внося корректировки и в структуру заболеваемости, и в структуру смертности. Во всей республике, в том числе и в Брестской области, наблюдается рост онкологической запущенности и кардиологических заболеваний. Растет и эндокринологическая патология, а потому пристальное внимание человека к своему здоровью в этот период, да и не только в этот, всегда обоснован. Введенная в практику с 2023 года повсеместная диспансеризация и направлена на то, чтобы сделать определенный срез здоровья населения, выявив возможные проблемы на ранних стадиях. В регионе сформировано 654 команды врачей общей практики и помощников врачей. С января месяца вошли новые постановления и приказы по диспансеризации. И подход по диспансеризации тоже меняется. Это новая форма работы, и наше население еще не привыкло, что необходимо подойти к помощнику врача, заполнить анкетирование, анкету, чтобы мы ее проработали. То есть это будет новый вид работы, которые в течение нескольких лет мы приведем в соответствие, люди к нему привыкнут и наладим эту работу абсолютно. Это везде точно так же. Это делается для того, чтобы мы точно знали, с кем надо работать, на кого надо обращать внимание. Работа медицинских работников Брестщины оценена высоко, о чем свидетельствует тот факт, что все учреждения здравоохранения прошли аккредитацию. Задачи перед медицинской отраслью стоят определенные. Улучшение качества оказания помощи населению в приоритете. Перед системой здравоохранения в первую очередь стоят задачи глава государства по качеству оказания медицинской помощи, по контролю качества, по доступности, по обращениям, по работе с населением. Министерство здравоохранения уже провело аккредитацию, и все учреждения Брестской области прошли аккредитацию. Это хороший уровень, замечательно, когда учреждение оснащено соответствующим оборудованием, персонал работает и квалифицирован, то есть это показатель. Брестская область традиционно у нас является одним из лидеров. Очень много. За предыдущий год было сделано в рамках технического оснащения объектов здравоохранения. Особое внимание уделялось реанимационным и диагностическим отделениям. За последние 2 года к нам пришло 8 кабинетов компьютерной томографии установлено. Сейчас у нас буквально на следующей неделе будут поступать 3 компьютерных томографа. Это Каменец, Драгичин и Ляховичи. Все полностью кабинеты готовы. Только ждем постановку оборудования. В течение месяца его введем. Закупили очень много аппаратов ИВЛ, 126, 119 наркозно-дыхательных аппаратов, 49 аппаратов УЗИ-диагностики высокого класса, 18
20 автомобилей скорой помощи. То есть программа обновления, она идет. И на этот год тоже будет планироваться и закупка и скорых помощи, и эндоскопического оборудования. То есть по сравнению с прошлым годом увеличили финансирование на закупку и медикаментов, и оборудования до 12% к предыдущему году. Говоря о строительстве медицинских объектов, Виктор Михайловский отметил, что оно продолжится. Только в 2022 году в Бресте был открыт новый поликлинический центр, оборудованный умной системой. Также открылся новый лечебный корпус детской областной больницы. Также в этом году приступим, уже начали работу по строительству инфекционного отделения Пинской центральной районной больницы с последующим переходом на реконструкцию 12-этажного здания. Начинается строительство хирургического корпуса с кардиоцентром в областной больнице. Это тоже будет серьезный объект. Стоимость объекта по проектно-сметной документации 257 миллионов. Это большие деньги, это вместе с оборудованием. 50% будет республика, 50% область, и Министерство здравоохранения поставит оборудование. Это будет достойный комплекс для всей Брестской области. И там же будет оказываться и кардиологическая помощь, и кардиохирургическая помощь. Но есть и проблемы, на которые следует обратить особое внимание. Это снижение уровня рождаемости и продолжительности жизни населения. И это уже вопрос не только медицинских работников. Проблема рождаемости – это не только проблема системы здравоохранения. Это проблема в целом и касающиеся всех социальных служб и не только социальных служб. Необходимо обратить внимание на раннее выявление онкологических заболеваний. И речь даже идет не о онкологических заболеваниях, которые, допустим, только при исследовании, глубоком исследовании выявляется, но те, которые являются наружными опухолями. Конечно. Качество оказания услуг и материально-техническая база – два неразделимых фактора жизнедеятельности учреждений здравоохранения. Поэтому укрепление больниц и поликлиник современным оборудованием, возведение новых объектов – процесс постоянный. Самая большая ценность человека – это здоровье. Его невозможно измерить никакими цифрами. Но в области здравоохранения есть определенные нормы, показатели и программы, выполняя которые, можно судить о качестве оказания медицинской помощи. Врачи Брещины в прошлом году сработали на крепкую четверку. Величественный заповедник Беловежская пуща. Прекрасная река Припять, множество озер и болот, лесов и полей. Все это природное богатство Брестского региона и наш общий дом. Поэтому забота об окружающей среде, сохранение экологии – это то, что касается каждого. Данные вопросы, а также рациональное использование и охрана природных ресурсов, разработка и внедрение в практику зеленых технологий являются частью государственной политики и входят в зону ответственности Брестского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы подвести итоги работы за 2022 год и наметить задачи на перспективу, его представители собрались на коллегии, участие в которой принял первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут. Людмила Лагодич продолжит тему. Вопросы охраны окружающей среды, рациональное природопользование, экологическая безопасность, а также выполнение поручений главы государства и правительства стали главными на повестке дня коллегии Брестского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оценку деятельности подразделения в 2022 году дал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Есть вопросы к комитету. Есть где-то те острые вопросы, которые мы прекрасно понимаем, что они накапливались годами, и их решить просто вот за год, наверное, невозможно. Но радует то, что на сегодняшний день, в принципе, по Брестской области очень уделяется, наверное, больше всего уделяется внимание в целом по республике, по наведению порядка на земле. Этому способствовали многочисленные экологические акции по уборке и благоустройству территорий. По инициативе комитета проведено 68 подобных мероприятий. Немалая роль в наведении и поддержании порядка на земле принадлежит и контрольно-надзорным мероприятиям. Их было проведено более 4800, а также масштабной работе по озеленению. Так, в населенных пунктах региона высажено почти 49 тысяч деревьев и без малого 22 тысячи кустарников. В 2022 году площадь озеленения территории
в городах области увеличилось на 183 гектара. Уровень озерененности в 40% достигнут в этом году во всех городах Брестской области. Увеличился уровень озерененности жилых районов и микрорайонов в городе Барановичи и Пинске. Достижение уровня в 30% в Пинске планируется в текущем году. Наряду с успехами есть ряд вопросов, которым в текущем году стоит уделить особое внимание. Среди них обращение со строительными отходами и организация незаконных свалок, а также закрытие мини-полигонов. Это последняя область, которая еще не закрыла мини-полигоны, но есть планы и в области, что в этом году будут закрыты не просто мини-полигоны, но будут и рекультивированы. То есть земля перейдет в другому собственнику. Возможно, это будет сельское хозяйство, возможно, будет Министерство лесного хозяйства. Там появятся новые леса, поэтому мы уменьшим воздействие на наши землю, и наши воды станут еще чище. Также поставлена задача ввести в оборот 30 тысяч гектаров земли и расчистить закустаренные площади. А вот практику незаконной добычи полезных ископаемых необходимо искоренить. В первую очередь это касается песка и гравия. Нет такого, наверное, месяца, чтобы не обнаруживались новые какие-то места, в которых субъекты хозяйственные, физические лица не обеспечивали бы вмешательство в нашу землю, скажем так. Поэтому вот на это прошу обратить особое внимание в нашей с вами работе, особенно сельскохозяйственных организаций. Все они уже должны понимать, в принципе, они понимают, но все равно это в течение года где-то обнаруживается. В текущем году будет также продолжена работа по программе «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», на реализацию которой в прошлом году было направлено 1 миллион 528 тысяч рублей. В 2023-м, согласно плану, необходимо выполнить ее два обязательных целевых показателя. Армия Беларуси перевооружается. Как отметил командующий силами специальных операций военных сил Беларуси Вадим Денисенко, принявший участие в церемонии передачи техники в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в современных условиях оснащение войск новыми и модернизированными образцами обеспечивает поступательное развитие армии, увеличивает боевой потенциал подразделений, их мобильность и повышает защищенность личного состава. Брестская крылатая пехота получила более 40 единиц военной и специальной техники. В Беларуси идет перевооружение армии. Это плановое мероприятие, этого требуют современные реалии. Первыми получают новую технику военнослужащие сил специальных операций. Это событие не только для десантников, это важно для города. От имени городских властей, от имени всех горожан поздравляю личный состав бригады с приобретением этой замечательной, современнейшей военной техники. Мы гордимся дислокацией бригады в городе Бресте. Мы чувствуем себя защищенными. Желаю вам всем успехов в боевой и идеологической подготовке. 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в торжественной обстановке было передано более 40 единиц военной и специальной техники. Бронетранспортеры БТР-82А, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМК, боевая медицинская машина «Симфония», комплект управления, связные машины. Должен понимать, что это движение вперед плановое. Это машина нового поколения, совершенно с другой огневой мощью, именно для нанесения поражения бронированным объектам противника. Надо из этого исходить. БТР-80, он хорош, но он уже это машина того века. Новая техника – это техника нового поколения, совершенно другой огневой мощью, для нанесения поражения бронированным объектам противника. Это увеличивает возможности десантно-штурмового батальона более чем в 3 раза. В этом году мы перевооружили во всех силах специальных операций минометное подразделение. Мы перешли на новые минометы. Сейчас пошли на получение вот БТР-82. Помимо этого идет оснащение совершенно новыми средствами связи, которые выпускает наш военно-промышленный комплекс. И на этих образцах мы хотели заметить, что все стоит, средства связи стоят наши. Это белорусские специально.
Машины производились на Курганском заводе в Российской Федерации, но вот средства связи, оптику, это мы устанавливали наши, потому что испытания показали, что наши более надежные, и мы их захотели, чтобы было именно наши. Новая техника предполагает и наличие обученных специалистов, а потому заранее в военные учебные заведения Беларуси и России были направлены военнослужащие, которые прошли практическую подготовку и получили статус специалиста-инструктора. Мы начали проводить плановые стрельбы, вождение. Ну, техника показывает очень хороший результат, но она сложная. Мы сразу вам должны говорить, это уже новая техника. Здесь тот же наводчик-оператор должен очень хорошо понимать математику, очень хорошо должен работать с электроникой, потому что много электроники есть, которую надо понимать. Ну, новое поколение, они говорить не умеют, считать не умеют, а по телефонам, по гаджетам этим они умеют всего. Поэтому они осваивают, в принципе, для военнослужащих освоение не идет таким проблемам. Как ветеран, как прошелший горнило афганской войны, я, конечно, горжусь тем, что бригада впервые получила такую огневую мощь. Как показала война в Афганистане, только огневая мощь пехотных и десантных подразделений готовы решать любые поставленные задачи. А тем более при наличии БТР-80 в бригаде в разы увеличивается ее огневая мощь. Приоритет в эксплуатации новой боевой техники будет отдаваться военнослужащим-контрактникам. На освоение отводится порядка 2 месяцев, а практический опыт военнослужащие 38-й бригады продемонстрируют на совместных учениях стран ОДКБ, которые пройдут в Бресте. День молодежных отрядов охраны правопорядка, который прошел в нашей стране 6 февраля, традиционно был отмечен проведением различных мероприятий с целью сохранения и приумножения традиций молодежного правоохранительного движения. На этот раз центром притяжения его представителей со всей республики стал город над Бугом, где прошел масштабный республиканский учебно-методический сбор. Гостей мероприятия ожидала разноплановая, насыщенная программа, которая началась в Брестской крепости. К марафону на этот раз также присоединились представители общественного патриотического объединения «Брат за брата» из Словакии. Вот так торжественно под звуки оркестра и в присутствии почетных гостей была открыта обновленная знаковая табличка историко-патриотического проекта «Цифровая звезда». Информацию о Брестской крепости, ее истории и героическом подвиге защитников теперь может узнать каждый, просто отсканировав QR-код при помощи смартфона. Этим важным событием было решено открыть республиканский учебно-методический сбор молодежных отрядов охраны правопорядка, а его логическим продолжением стала патриотическая акция «Беларусь помнит». Сегодня нам исполнилось 19 лет вообще с первого образования отрядов МОП, и это событие подвигло на то, чтобы устроить вот этот вот парад. Сегодня мы несем фотографии героев, которые отдали свою жизнь в боях за то, чтобы мы с вами ходили под солнечным небом. Колонна памяти, в которой со знаменами и фотографиями шли 140 лучших представителей молодежных отрядов охраны правопорядка, проследовала к площади церемониалов. Здесь участники акции в знак глубокого уважения к подвигу героических предков возложили цветы к вечному огню. В Республике Беларусь сформирована площадка для того, чтобы патриотизм на самом деле нес практическую составляющую. Так молодые патриоты и зимой, и в зной, и в летом несут службу вместе с органами внутренних дел, с органами подразделением по чрезвычайным ситуациям, несут службу в вооруженных силах, перенимают опыт у старших товарищей для того, чтобы стать в своей будущей жизни настоящими защитниками Отечества. И, конечно, очень важно в год мира и созидания понимать, что того самого мира не может быть без почитания памяти подвига наших предков. К памятному мероприятию в этот день присоединились и представители общественного патриотического объединения «Брат за брата» из Словакии. Их организация создавалась с благородной миссией, как благодарность каждому герою Великой Отечественной войны. Сейчас знаете, как это в Европе, в Евросоюзе, но мы уже делаем много работы, чтобы мы показали молодежи, каких героев нужно благодарить. Но много людей уже нам делают поддержку. Это патриоты, которые посещали Волгоград,
знаменование юбилея, значит, сражения в Сталинграде. Приехали после к нам в Хатынь, вчера посетили вместе с нашей молодежью данный комплекс, который в прошлом году был объявлен решением главы государства всебелорусской молодежной стройкой. Почтили также памятью. Сегодня отработают частично нашу программу на семинарах. Основная цель и задача данной группы – это, по сути дела, изучение опыта работы с молодежью в Республике Беларусь. А опыт действительно накоплен немалый. Ведь в Беларуси насчитывается 1700 молодежных отрядов охраны правопорядка, в состав которых входят 16 тысяч молодых бойцов. И в их числе отряды, сформированные на базе высших учебных заведений Брестской области, которые являются одними из лучших в стране. Всего в Брестской области создан 61 отряд. В рамках данных отрядов задействовано 961 человек. Основное направление данных отрядов направлено на именно патриотическое воспитание нашей молодежи. Ребята полноценно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем регионе, особенно, например, таких как празднование Дня города, 9 мая, общественно-политических мероприятиях, на спортивных мероприятиях. Бойцы отрядов – это потенциальный кадровый резерв для воинских подразделений и силовых структур. Именно поэтому следующим пунктом сбора стала войсковая часть 55-26, где наградили лучших представителей молодежного движения. Приятным сюрпризом мероприятия стали показательные выступления отряда милиции особого назначения и кинологической службы, а завершила семинар «Диалоговая площадка», где подвели итоги работы. Действительно проделана большая работа, потому что ребята трудятся у нас в таких наших известных уже республиканских акциях, как летний патруль, зимний патруль. Это профилактика на водоемах, акваториях рек. Вот. И, конечно же, мы обучаем молодых людей, молодых семей не оставлять детей без присмотра, потому что детская жизнь, она важна. И здорово, те ребята, которые участвуют в профилактических мероприятиях, они сами не будут являться в любом случае априори нарушителем. Подобные мероприятия проходят в дружественной обстановке, позволяют наладить контакты и взаимодействие представителям из разных регионов, обменяться опытом и перенять лучшее. А потому участники с нетерпением будут ждать следующей встречи. В Беларуси созданы все условия, чтобы с детского возраста увидеть и отобрать перспективных спортсменов, определить способности ребенка, развить и вырастить чемпиона. Однако, несмотря на все это, спортивная сфера в нашей стране все еще не вышла на необходимый уровень результативности, за что не раз была раскритикована главой государства. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук посещает с рабочими визитами различные регионы, чтобы разобраться, чего не хватает на местах и как улучшить работу в данном направлении. На этот раз он отправился в специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва Жабинковского района. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва в Жабинке – место, где растят надежду белорусского спорта. Свою работу она начала еще в 50-х годах прошлого столетия, а база, на которой располагается сегодня, открыта в 2000-м. На данный момент здесь есть 4 отделения – это бокс, волейбол, легкая атлетика и плавание. Работают 14 тренеров и развивает свое мастерство в спорте 271 учащийся. Из наиболее, скажем так, значимых достижений – это у нас есть в отделении бокса наш воспитанник, участник Олимпийских игр, есть волейболисты, которые в профессиональных клубах сейчас выступают, есть пловцы, которые в нацкоманде. Каждый год мы порядка 5-6 человек передаем высшее звено подготовки. Школа Олимпийского резерва в Жабинке стала одним из объектов, которые посетил в рамках рабочей поездки в Брестскую область министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Его цель – ознакомиться с инфраструктурой, системой подготовки, а также проследить за развитием разных видов спорта. Я сам родом из Брестской области, опять же, проехавший все наши регионы и по много раз. Возможности здесь, инфраструктура позволяет практически во всех видах спорта готовить качественных, хороших спортсменов. И много и появляется здесь таких, как Татьяна Холодович, Эльвира Герман, Аня Малыщик, Анастасия Маслова, Александра Коншина. Вот, допустим, я легкую атлетику называю спортсменом. В других видах спорта много талантливых, хороших спортсменов. Но чего-то чуть-чуть не хватает. Вот надо немножко еще усилий привести, чтобы мы могли на Брещине воспитать, подготовить своего
олимпийского чемпиона. Глава ведомства подчеркнул, что готов, если необходимо, оказать и финансовую помощь, но в первую очередь тем отделениям, которые качественно работают и подают надежды. Именно таким является отделение по боксу под руководством опытного тренера Юрия Овчинникова, а потому и средства на оборудование зала будут выделены. Каждую школу мы тем или иным образом финансово помогли. Поможем конкретно и в этом конкретном случае, но для тех отделений, в первую очередь, которые хорошо качественно работают, у которых есть перспектива, есть хорошие результаты, там, где требуется улучшение немножко материально-технической базы. Вот сейчас тренер сказал, что есть проблемы, значит, мы эту проблему решим. Однако и учреждению были поставлены задачи. Среди приоритетов движения вперед, развитие профессионального спорта и воспитание чемпионов, а также увеличение внебюджетных средств за счет предоставления услуг населению. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидели корреспонденты БукТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БукТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми.